Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Станислав Алексеев, тренер команды Apex и Юнидрафт. Расскажите ваше впечатление от сегодняшнего матча. Я бы хотел рассказать впечатление обо всем турнире, да, так как он сегодня закончился. Здорово ребята выступили, обе мои команды здесь тренируются в своем домашнем зале. Показали себя прекрасно. Скажу честно, не настаивал на их участие в этом турнире, так как еще немножко сырые. Буквально там полгода мы тренировались на момент заявки. Всего лишь раз в неделю, да, что тоже мало. И хотелось еще немножко набраться опыта. Но удивили здорово, да, особенно Apex, команда собралась, и посещаемость хорошая, да, боялись, что никого-то не будет хватать на заявку. Вышли полноценно, ровненько, всегда приходили на турнир, сыгрались, поборолись, говорю честно, удивили, да, молодцы. Особенно там команда Юнидрафт, которая сейчас будет у нас дальше играть. Поэтому порадовали ребята сильно, чувствую, все команды там были поопытнее, чем они гораздо, да, но всем дали бой, мы сами сегодня это видели, да, поэтому сегодняшняя игра тоже не исключение, все игры были хорошенькие. Соперник смог удивить сегодня или готовились к нему? Нет, соперник вряд ли нас чем-то удивил, видно, ребята опытные, спокойненько играли, все друг друга подстраховывали, взаимовыручка у них, пальчики получше, да, и идут, и понимают, что делать где-то. У нас еще, конечно, много своих мелких ошибок, которые мы будем исправлять. Потренируемся, и в скором времени на ближайшем таком турнире уже, думаю, посерьезнее выступим. Дадим бой таким мастероидным ребятам, как сегодня. Спасибо большое.